Профориентация по культурному. В Ивановском колледже культуры стартовала акция «Выбери профессию по душе». На первом мероприятии школьникам рассказали о работе учреждения и наиболее востребованных сотрудниках данной сферы. Изменен формат проведения профориентационных мероприятий. Он такой нетрадиционный в активной форме, я бы даже сказала, в интерактиве. Совместно молодежь, дети и взрослые просто творят чудеса. Подготавливаем таким образом наших юных ребят к выбору своей будущей профессии. Больше всего регион нуждается в библиотекарях, артистах, сценаристах и звукооператорах. О многих этих профессиях студенты колледжа школьникам не только рассказали, но и продемонстрировали все тонкости работы. Например, чтобы быть артистом, нужно чувствовать себя комфортно в любой роли и иметь хорошую физподготовку. Сами студенты рассказывают, все профессии сферы искусства требуют огромной самоотдачи. Тут просто так научиться чему-то сложно. Необходимо иметь таланты и желание развиваться. Абсолютно на 100% я себя чувствую туда, куда надо. Я очень рад, что я поступил именно сюда, потому что только здесь я на самом деле смог заниматься тем, что, чем хотел, соответственно, заниматься. Понимаю, что никакая другая профессия, ну или другое место обучения не подошло бы мне так, как именно обучение здесь. Ребята старались попробовать себя во всех видах деятельности. А для тех школьников, кто потерялся в разнообразии творческих профессий, консультанты из службы занятости провели компьютерное тестирование на выявление креативного мышления и творческого потенциала. Я, в принципе, с самого детства мечтал стать актером, режиссером. Меня вот это все привлекало очень сильно. И сейчас, благо, есть такая, так сказать, возможность, когда я могу поступить на актера театра. Мне всегда хотелось это. И вот я здесь. В рамках акции во всех муниципалитетах пройдут ярмарки образовательных услуг, дни открытых дверей, творческие встречи и мастер-классы. Планируется, что в течение месяца в мероприятиях примут участие более 800 школьников. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.